Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами скульпторов и художников, рассматривать эти работы. Пол Балликер, американский скульптор. Пол Балликер, скульптор, резчик, самоучка, создает настоящие произведения искусства и вкладывает в работу не только душу, но и порой очень много времени. К примеру, на изготовление работы, которая называется «Driftwood», Пол Балликер потратил более полугода. Эта скульптура состоит из коряк кедра, на концах каждой из них вырезаны животные. Жирафы, олени, волки, дельфины, черепахи, орлы и тому подобное. Размер этого произведения искусства внушительный – 4 на 4 метра. Без сомнений, другие работы художника, скульптора заслуживают как минимум внимания. Создает свои работы из бронзы, дерева, коряк. Своему творчеству Балликер посвятил уже более 40 лет. Ну вот, все, что мне удалось найти о скульпторе, резчике, самоучке Поле Балликер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.